Далее. Так, палец держим на курке. Этого человека ранили инфицированный. А это значит, что он тикает, как ходячая бомба. Нахрен все! Ты только что распрощался со своим будущим! Всем конец! Если кто-нибудь сейчас же тебя не пристрелит. Надоело тебе повторять! Он пошевелился! Огонь! Статуя. Статуя Будды. Вот где Аполеон. Вот куда направляется мой брат. Этот бред прибереги для туристов. Мы в заднице. Ни вертолета, ни рации, ни помощи. Кое-кому стоило послушаться и пристрелить сукина сына. Он где-то здесь. И очень скоро он нас найдет. Кейл. Ты опять бредишь? Гриффин. Пардон. Инфицированный Гриффин. Где? Заткнись и слушай. Где-то рядом проходит дорога на Сайгон. Нужно ее найти. И быстрее. Удачи. Ну и опять я один. Гриффин где-то рядом, дорогуша. Он охотится на нас. Собой я жертвовать не хочу. Я сообщу твоей семье. День 3, 13.00. Погоня. Блять, а где оружие? Тут, сука. Нет оружия. Ой, наконец-то! Ух ты! Я думал, блядь, нету такого оружия здесь. Ого, побежал! Скоростной! Баба зомби нормально. Что, куда? Мне бы еще один сынок на пулемет, было бы неплохо. Деревня? Нужно установить взрывчатку. Удерживать позицию, не подпускать их. А что, цинк есть еще один? Ой, хорошо. Поражение, блядь, в смысле? А, так мне не надо уходить было. А, понял, ладно. Взрывчатку устанавливать, да-да. Это уже Вьетнам, спасение зомби. Ай, блядь, у меня, оказывается, патроны есть, нихуя себе, я не знал. Ку, блядь. Блядь, меня убили, пиздец. Суки. Да, патроны, и шаг, сука. Ай-я.
Давай, калаша, блядь, чё не берёшь, долбоёб? Пиздец, ну это вообще, блядь. Сука, гасит только так, блядь. На, пусть не туда, я тут буду. Что-то он, блядь, теперь патрона не берет пулеметный, ебаный шаг, блядь. Братан, дай патронов. Галяк, нахуй. Ну, не берет патрон, а что сделаю, блядь? Патрон не берет, прикинь. Да пиздец, все равно. Цель задания добраться до храма. А, он взорвался, отлично. Все, за... блядь, ну неплохо. Блять, нонсенс. Так, там зомби бегут, надо по-быстрому перезаряжаться. Давай, братуха, быстрее. Зомби, зомби сзади. Не только зомби, еще вьетнамцы. Со всех сторон нападают. Суки. Вот их надо сразу гасить. А как они пролазят, блядь? Чё, они дырку нашли уже там? Иди отсюда, блядь. Это продержаться до прибытия подкрепления. А, ну я понял. Пробуем. Так, там патроны, я понял. Тут тоже патроны. Минус. А, бегун ног. Всё, иди отсюда, блядь. Блядь, быстроходнее. Что, теперь вьетнамцы пойдут, что ли? А, это наша, блядь. Тут где-то патроны я видел, надо забрать. Пройти через болото и развалины к речному руслу. Куда? Сюда, наверное.
Убежал. Со страху. Че, я опять один, как всегда. Че, блядь? Где отсюда? Мост был. Я к нему иду. А что толку, блядь? А, он. Прыгаю! Ну? Эрвес. Зачем? Ну, нормально. Хебали. Любовь за мной прыгает, нет? Кто-то убежал мне туда. Баба. Где? А блядь, куда? Вот ты откуда, голыш? Лучше в зомбаре стреляйте, дурачки, блядь. Где пищало? Мне? Да. Засада! Ага, Уокер! Ты пойдешь с нами! У нас есть к тебе вопросы! Уровень завершен.